кстати, насчет шоу. Ответственность за популизм, как вы думаете, должна быть какая-то? Вот человек, президент Порошенко, выступил, дал несколько обещаний ключевых, а то за несколько дней. Говорит, откажусь от имущества. Вот эти два главных. И ничего не выполнил. Значит, ответственность всегда должна быть. Только как померить этот уровень популизма? Если говорить о том, что путем отзыва его как президента через импичмент, вот это и должна быть такая ответственность. А у нас есть закон об импичменте? Нет. Нет. Поэтому, а кто? Это гражданское общество должно это менять. То есть мы сначала должны привести в соответствие к разуму правила игры, по которым мы хотим жить, а потом следить за этими правилами.